Приветствую вас на видеоверсии сайта военноедело.ком. Глава Росатома рассказал о взрыве близ Северодвинска. На церемонии прощания с погибшими на территории воинской части в Архангельской области глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что сотрудники корпорации погибли, испытывая новое специзделие. «Я выражаю глубокие соболезнования семьям и коллегам наших погибших товарищей. Мы всегда будем помнить о них, их имена и их подвиг станут неотъемлемой частью истории атомной отрасли», цитируя слова Лихачева РИА Новости. Как рассказал глава Росатома, сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики взяли на себя риск испытаний, который полностью просчитать было невозможно. На похоронах также прозвучало заявление, что все погибшие уже представлены госнаградам. Напомним, 8 августа испытание реактивной жидкостной двигательной установки в воинской части близ Северодвинска закончилось взрывом. В результате инцидента погибли 5 человек. На этом пока все. Следите за свежими новостями на сайте военноедело.ком.